Завершение строительства намечено на 15 октября. По срокам у подрядчика здесь до 23 сентября. То есть сроки перенеслись до 15, так как не успевает. Штрафные санкции комбинат благоустройства подрядчику выставит за те сроки, которые они сейчас продлили. Остались работы по высадке насаждений зеленых и брусчатка. То есть выкладка брусчатки и асфальтирование основной площадки. Да, сегодня мы здесь собрались, чтобы до конца посмотреть, где будут какие дорожки, так, чтобы это было и для гуляющих комфортно, и ширина дорожек, и их форма, и так, чтобы это впоследствии комбинату благоустройства можно было удобно чистить и содержать данный сквер. Потому что мы понимаем, что вот все должно быть гармонично и в меру. Мы хотим здесь сделать изюминку. То есть это у нас гуляющая часть сквера, где будут жители отдыхать от шума. Ну и чтобы не было ни велосипедистов, не было и детей, катающихся на роликах. То есть это будет такая тихая зона. И, соответственно, здесь будет все тротуарной плиткой и будут волнистые клумбы. Тем самым вот в каждой волне, может быть, будет установлена красивая, интересная лавочка, диваны. Мы вам тоже их впоследствии покажем. Озеленение здесь предусмотрено более 600 растений, трава, газоны, да. Мы начнем на следующей неделе часть сквера, который благоустраивали в прошлом году. Там будет производиться посадка. Мы на этой неделе уже до конца там подготовим всю землю. Ну, соответственно, уже через недели две, когда здесь закончат уже строительные работы, приступим к посадке зеленых насаждений уже в этой части сквера. Я не хотел бы, конечно, торопиться, но чуть-чуть, да, приоткрою тайну, что одно из учебных заведений в качестве спонсорской помощи, в качестве помощи, оно нам установит здесь ограждение. Будем надеяться, что они это выполнят.